Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, хорошим, прекрасным днем! Тема и подсказка для вас сегодня – физиологическая жизнь кошки. В среднем кошки живут 10-12 лет. Это если в мире. Конечно же, бывают такие кошки, которые живут 12, 18, 19, 21 год. Таких я встречал в своей практике. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, сколько физиологически кошки в сутки живут. Имеется в виду, сколько они бодрствуют, а сколько они спят. Если по сравнению с человеком, мы, люди, в среднем спим 7-8 часов в день. Если брать кошку, кошка спит 17-18 часов в день. И здесь вот маленькая подсказка для вас, что если в среднем кошка живет 10 лет, 70% своей жизни она спит, а 30% бодрствует. Поэтому вот такая подсказка для вас. Кошки всего 3 года фактически бодрствуют в своей жизни, а 7 лет они спят. Поэтому пользуйтесь и знайте о данной подсказке. Всем спасибо!